традиционно сложилось так, что каждый старый Новый год в замечательном городе Одесса 12-13 января проходит фрегат мастеров Марины Федоренко. Рождественские встречи лидеров корового клуба, друзей и партнеров по бизнесу. В этом году наше событие прошло в самом уютном и комфортабельном месте – спа-отеле «Гранд Марин». Его комфорт и уют восхитили и настроили на отличный рабочий лад наших гостей с первых минут их приезда. Начать мероприятие с гимна – верная традиция, символизирующая миссию компании, наши общие цели и принципы. Новый год – это подведение итогов уходящего. С этого мы и начали нашу встречу. Ведь результаты – это отличный старт для грамотного и успешного планирования. Наши участники делились своими радостными событиями, достигнутыми целями, исполненными желаниями. Их результаты и личные откровения порадовали всех нас. Эти выступления были по-настоящему мотивационными, ведь если чего-то очень сильно хочешь, то все обязательно сбудется, несмотря на преграды и трудности, которые встречаются на пути к мечте. Своей уникальной, отработанной и результативной методикой знакомств и поиска лидеров сети интернет поделился бриллиантовый директор Сергей Коронов. Эксклюзивность его выступления заключалась еще и в том, что на большом экране в онлайн-режиме он продемонстрировал свою технологию работы и подарил всем участникам два диска с подробно составленной методичкой по работе в сети интернет под названием «Мой список в 3 миллиона». Как всегда, широко и познавательно Марина Федоренко раскрыла тему проведения школы здорового питания. Она обозначила цели и задачи школы, принцип проведения и темы всего цикла обучения, показала результаты и подарила всем участникам рабочий инструмент, готовые презентации по всем темам школы питания. Очередной подарок вызвал бурю радостных эмоций у наших гостей. Встреча фрегат мастеров была международной, ведь у нас по скайп-связи на большом экране виртуальными гостями и выступающими были представители Прибалтики Елена Скрея, Израиля Яков Левицкий и России Ольга Хасанова. Они поделились информацией по работе в своих регионах. И, пожалуй, самая волнительная тема, которую так ждали участники – программа «90 дней». Платиновый мастер Марина Федоренко, мастер Катерина Ханча, серебряный мастер Елена Ткаченко, бриллиантовый директор Александр Завгородний делились своим опытом участия в программе «90 дней». Это были интересные дискуссии на тему лидерства, взаимодействия в команде, самомотивации, достижения целей, отработки навыков и развития бизнеса. Катерина Ханча закрепила тему программы «90 дней» творческим тренингом успешных людей. Но этот живой и радостный тренинг можно понять, только побывав на нем. Тема работы с сетевиками бриллиантового директора Александра Завгороднего заставила затаить дыхание зала. Его технология выстраивания эффективной беседы и работы с сетевиком поразила своим искусством. Участники жадно записывали его речь, боясь пропустить хотя бы одно слово. На Новый год принято дарить подарки, и у нас их было много. Диплом участника фрегат мастеров, еженедельник, диск с тренингом Марины Федоренко «MLM без иллюзий», обзорный ролик «Итоги 2010 года», папка с планами на год всех участников фрегата, новогодняя открытка с фотографией президента Леонида Лаппа и его пожеланиями в виде мудрых извещений матери Терезы, а также кролик, символ 2011 года. Шквал аплодисментов вызвал еще один особенный подарок – флешка на 4 гигабайта, на которой записана большая библиотека книг успешных и знаменитых авторов, а также материалы по программе «90 дней». И нам только остается пожелать, чтобы все эти подарки стали для вас настоящими помощниками в бизнесе. В фильме «Ирония судьбы» Женя Лукашин говорил: «У нас традиция. Каждый год мы с друзьями ходим в баню, моемся». Такая же традиция сложилась и на нашей школе фрегат мастеров. 13 января мы все вместе отправились в спа-центр «Аква Парадайз», где есть бассейн, сауна, джакузи, бани и парная. Отличная встреча Нового года – смыть все старое и негативное и в полном релаксе загадывать новые желания. Мы все вместе наслаждались водными процедурами. Получилось поистине теплое и даже горячее общение. Мы устроили веселые конкурсы в бассейне, в результате которых все участники получили веника, попаялись на славу. Что может быть приятнее, чем беседовать на тему расширения и развития бизнеса со своими партнерами, коллегами и друзьями, занимаясь на тренажерах, отдыхая в джакузи или парясь в бане. За вкусным и щедрым новогодним столом мы рассказывали друг другу, что хорошего было в этом году, поднимали бокалы шампанского за исполнение наших желаний. Как говорят сами участники, встреча лидеров фрегат-мастеров подарила им праздник знаний и воодушевила на великие победы. Ну а мы всем нашим гостям пожелали больших успехов, активных действий, настоящего партнерства, удачи и радости в 2011 году. До новых встреч! С уважением и благодарностью, одесская команда «Коралловцев» и Марина Федоренко.